здравствуйте. Да, здравствуйте. Можно? Конечно. Вот с таким хорошим настроением, подарками и сладостями гости из администрации Московского района предприятий Бреста и общественного объединения «Беларусь» отправились на выполнение важной миссии – поздравить с началом учебного года каждого ребенка из домов семейного типа в квартале Новоснецова. В целом государство оказывает помощь детям, да, и то, что и шла выплата материальной помощи для подготовки к учебному году. И, соответственно, обратно же, эти детки немножко, да, тоже такая тяжелая судьба, да, и здесь они нашли свой второй дом, и, соответственно, мы стараемся поддержать их, оказать им, скажем, посильную помощь, но с помощью наших субъектов хозяйства. Первыми гостей встречают ребята из дома номер 5. Здесь проживает 7 приемных детишек, и каждого ждал свой особенный подарок. Настроение поднялось у всех, но больше всех рада первоклашка Диана. Мне подарили школьную форму, сладости. Все это мне очень понравилось. А вот маму Викторию Розенгрин такое внимание неравнодушных людей растрогало до слез. Очень благодарны, очень рады, что у вас такие добрые сердца. Очень благодарны, что вы не забываете, что вы все-таки этот труд цените, наш труд цените. И любите детей, и не оставляете без внимания, без заботы, без поддержки. В этот день без поддержки и внимания не остался ни один из 36 детишек. Фирма «Панда» по такому случаю выбрала самую модную и качественную школьную форму, а любимые детские сладости предоставили берестейский пекарь и «Перфект». Ну что, начнем учить подарки? Да. Кому тортик? Маша. Самая маленькая. Вы держишь? Вот так. Потом чай попьете, хорошо? Дарить подарки всегда приятнее, чем получать. В этом не впервые убеждаются участники акции. Но и гостей не отпустили без ответного сюрприза. Сладкий стол и душевная беседа стали отличным продолжением дня. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».